Всем привет, друзья! Это мое новое видео про Майнкрафт. О, лава. Давайте найдем нам руки. Ой, можно я вот куда-нибудь сюда поставить? Еще? Так. Чай, полетай. Я зеленый, как у меня все. Мне было. Сейчас вернется вот так. Труп так оденусь. Буду одет вот так. Нагрудник. Ну так, оденемся по полной броньке. Рабал. Золотый. Я за золото голосую. У меня золотые предметы есть. У меня только золотые предметы. Много золота. Золото, все золотое я забираю себе. Это огненно. Все золотое себе забрал. О, иглу. Куда они такое нашли? Еще и раз. Ну-ка, меч есть? Меч выпал. Выпал? Нет, блин. Хотел себе ротированный. Погоди. Ротированный. Мне только золотое нужно, и не зачарованное. Точно. Погодите, мне нужно кое-что проверить. Ах ты. Круто!
Офигеть. Еще броню поменяем. Погнали. Что-то нужно. А все просто нужно. А все нужно для еще далеких делов. Погнали. Сейчас там будет кузница, я обалдею. Ну, блин, нету. Одну. Поискаем, что это в церкви. А что сейчас будет? Не уважение к гостю в доме. Так, золотая кровать. Я сосухла. Два призрака. Ай. Так, лежак построю. Лежак строим. Калимуны надо вон. Калимуны. Калимуны надо вон. Калимуны надо вон. Калимуны надо. Куда мой дом? Ай, без спроса. Ся. Блин, дурак. Вот его сейчас. Никому не заходить в мою секретную лабораторию. Эксперимент. Очень важный. Между прочим. Очень важный эксперимент. Короче, научный эксперимент будет. Смотрите, смотрите, какую я научную лабораторию делаю. Тут будет стол. А тут дальше проход. Тут будет
стоять. У нас факелочек для освещения нашей лаборатории. Вот сюда вот. Вот тут будет факел для... Вот тут уже эксперимент будет научный. Зомби пока есть. Тут у меня насыпка будет. Очень важные штуки. Там тут будет. Ну, в случае зомби взрыва уничтожа. Вот тут будет. Если на случай взрыва какого-то. Будет стоять сундук, и в нем будут все вещи, которые для зомби-апокалипсиса нужны будут, если какой-то вирус будет. Вот так вот и начнется. Так, теперь ставим можете спокойно ходить. Ну теперь в научную лабораторию. Ися, привет. Привет, Кися. Ah.
Все, научная лаборатория готова. Пап! Так, зрители. Мама, смотри, тут научную лабораторию. Дай мне пульт, говорю. Хорошо. Я видео до сих пор снимаю. Держи. Не здесь. Я не хочу комментарии слушать. Миш, пожалуйста. Ну, сынок, я могу поиграться. Убери телефон. Там все записывается. Ну и что? Я научную лабораторию поставлю. Сынок, я не хочу слушать, как вот это бахает у тебя. Я не люблю игры твои, они глупые. Не глупые. Глупые. Всем зрителям нравится, и тебе должно. Пап, я тут видео для всех снимаю, научную лабораторию строю. Я тут зелье, которое я буду изготавливать. Ну-ка. Вот так прокачивается зелье. Интересно, какое зелье? Давай. О, зелье скорости получилось. Я как флеш быстрее. И правда научная лаборатория. Да? Ага. Вот эти блоков забили. Погнали, я быстрее. А, уже ночь немножко побегаю. Вот какое я зелье создал. Зелье скорости. Ну, нужно какое-нибудь еще зелье прокачать. Папа, давай сначала место. Главное, что поспим. Зрители, крутое видео получается. Как вы думаете, да, пап? Угу. Так, нужно в окошко посмотреть. Зомби нету там. Смотри, так. А зачем тебе это?
так не поискать. Его зомбика своим огненным мечом убил. Пап, тебе что, не интересно? Интересно. Зелье скорости кидаем. Пожали. Я зелье скорости сделал. Пап. Эти зрители сюда перенесли. Пап, смотрите, я за мной пузырьки. Пап, хочешь покажу тебе зелье прыжковое? А ну давай. Так. Вот и моя научная лаборатория. Тут один химический взрыв у меня происходит иногда. Так. Никому не заходить, никому не выходить. Сейчас зелье отравления возьмем. Давай в другой. Пап, давай в другой, который нужно пить. Давай. Вместо этого зелье другое прокачаем. Так. Так, еще мы... Так, зелье огнестойкости возьмем. Все. Два зелья прокачаем. Пока первое зелье. Ой, а где это? А, вот оно где. Да, и правда огнестойкость. Нужно проверить, когда. Я и то выпил. Пошли спробовать. Где стойкость? Это должно только в... Только знаешь где? В научной лаборатории происходить. Зашлывать лестницу. И закрыться. И закрыться чем-то. Так. И знаешь что, пап? И закрываюсь. Чтобы испробовать свою огнестойкость. Теперь буду меня заправлять. Знаешь чем? Огнем. Погнали, буду я убирать. Ты в креативе. Ну. Это будет, знаешь что, пап? Блин, эксперимент удался, это зелье было огнестойкостное. Папа, а давай проверим. Я уже долго проверял это зелье, и теперь проверил его в приоритете, но оно не делается. Так, знаешь что, пап? Я решил сделать. Пап, смотри, это на случай зомби-апокалипсиса, если уехать нужно. Это у меня лаборатория. Ну как тебе, пап? Круто. Лаборатория. Так, нужно поставить лестницу. Пап, смотри, как я умею играть в Майнкрафт. Майнкрафт так много в этом поле есть. И я... Ой. Это что, всю ночь был в лаборатории, походу? Я, походу, еще одну ночь в лаборатории был. У меня лаборатория очень большая. Это я ее сам построил за два дня. Эту лабораторию.
с лабораторией. Главное, чтобы мне никто не зашел. Пап, если кто-то в него зайдет, то главное, чтобы он никакое зелье не сделал себе. А то еще отравится одним зельем. Пап, а что ты хочешь, чтобы я сделал в Майнкрафте? Ой, зрители, за горки просили. Ой, а они-то дома остались. В лаборатории за этими горками. Зрители, я думаю, чтобы горку вам сделать. Что? Всем пока-пока!